Видишь то место? Квартира 216. Найди большую красную коробку с золотой отделкой. Я там хранила обувь. Ты не пойдешь со мной? Из-за тебя я лишилась кроссовок. С тебя новые. Зайди внутрь, забери обувь и уходи. И ничего больше не трогай. Ясно? Эй, Луан, как-то все подозрительно. Что происходит? Просто забери их, ладно? Ты залез на ебаную телебашню. Заберешься и в квартиру. Зависит от того, что там. А, ладно, трусиха. Я внутри. Ничего не трогай. Только принеси эту обувь. Что же тебя так напугало? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Ух ты, Луан. Кто бы мог подумать? Класс. Интересно, работает? Наш сборник? Не ожидал такого от Луана. Мужские ботинки? Луан, ты выглядишь счастливой. Уютное гнездышко. Ты жила тут не одна. Он живет здесь? Никто там не живет. Найди чертову обувь и не задавай тупые вопросы. Чего променяла его на логово в рыбьем глазе? Потому что логово – мой дом. Я все нужное с собой взяла, кроме обуви. Урожай 2025 года. Это ж целое состояние.
Они проводили здесь вместе уйму времени. Нашел твою обувь. Круто. Теперь вали оттуда. О, жаль уходить. Милое гнездышко с вином, видом на город и музыкой. Такую Луан я даже представить не мог. Знаешь что? Не могу винить парнишку за то, что эта Луан ему нравилась. Да пошел ты. Эй, я не... Луан, стой! Что? Хакон? Ах ты ублюдок. Любовь не кукла жалкая в руках у времени стирающего розы. Черт, Луан! Ты здесь? Слушай, я не хотел тебя обидеть. Давай на мою крышу. Отправляйся туда и жди меня. Можешь отдать мне обувь, а затем валить нахер. Так и знал, что ты пойдешь на эту крышу. Да!
Твои кроссовки. И это тоже возьми. Я не знал, что вы с Хаконом были близки. А почему ты думаешь, он вверху моего списка? Да, теперь понятно. Если кто-то любит стихи, еще не значит, что он не заслуживает смерти. Вы расстались, потому что он бросил Фрэнка? Или он бросил Фрэнка, потому что вы расстались? Эйден, не нужно это сейчас анализировать. Что бы ни случилось, это была ошибка, ясно? Я была слишком наивной. Вот поэтому я и не хотела, чтобы ты там рылся. Мог бы и послушать меня. Извини. Забудь об этом. Оставь меня в покое. Что происходит? Ты никогда не сдаешься, да? Сама знаешь. Ну а ты должен знать, что я ненавижу сопли. Рассказать о своих чувствах — это не сопли. Ладно. Хочешь, оставайся. Но не мешай мне. Я занята. Тем, что бухаешь? Нет, зануда. Тем, что смотрю на звезды. О, я вижу большую медведицу. А ты талант. Вот только это небольшая медведица. Ох. Ну, попробовать стоило. Много созвездий знаешь? Ага. Фрэнк много мне рассказывал о ночном небе. Мы строили рыбий глаз, и я забиралась по лесам на самую крышу. Фрэнк поднимался сказать мне, что слишком холодно или поздно. Но все заканчивалось очередной историей на многие часы. А я любила слушать. Звезды такие ясные и так близко, словно их можно схватить за яйца. Так говорил Фрэнк. Мило, да? А что насчет тебя? Что насчет меня? У пилигримов разбиваются сердца? А, ну, я... Мы... Забудь. Ого! Стеснительный.
Похоже, твое созвездие Сигнус. Сиг... Что? Вон, смотри. Лебедь. Когда смотрю на звезды, всегда нахожу лебедя. Ты все выдумала, чтобы меня впечатлить. Может быть. А может и нет. А ты впечатлен? Еще как. Значит, ты познакомилась с Хаконом, когда строили Рыбий глаз? Они с Фрэнком часто общались друг с другом. Они дружили. Это очень простая история. Молодая девчонка, которой хотелось внимания. А он был рад поразвлечься. Главное, что я усвоила урок на всю жизнь. Но тебе все еще не все равно. Иначе зачем ты послала меня в квартиру? Да, Эйден, не все равно. Мне важно, кто я сейчас. Вот почему я не хотела туда возвращаться. Чтобы слабая девчонка, что жила там, не вернулась. Раньше я ее ненавидела, а теперь... Я совсем другая. А стих? Просто слова, Эйден. Но в них смысл. Любовь не кукла, жалкая в руках. У времени стирающего розы. На пламенных устах и на щеках. И не страшны ей времени угрозы. Просто слова. Да. Просто слова. Нам надо поспать. Эйден, если я увижу Хакона, я убью его. Вот так. Не пытайся остановить меня. Хорошо. Но месть не принесет облегчения. Это не для меня. Это для Фрэнка. Я отомщу за всех, кто погиб той ночью. Много звезд погасло навсегда. Хакон красиво говорит, но он бросает своих друзей в беде, и они умирают. Он показал свое истинное лицо. Чертов трус. Время назад не вернешь. Это правда. Но я могу остановить его часы. И сделаю это. Да. Спокойной ночи, Эйден. Доброе утро, Велидор! Наступил новый день, новая жизнь! Ваш друг Фрэнк ведет передачу. Да, именно, передачу из Рыбьего глаза. С этого дня я буду сообщать вам хорошие новости со всего Велидора и тем самым помогать вернуть этому городу былое единство. Луан. Луан, ты где? Итак, ребята, давайте начнем эту новую главу с вдохновляющей музыки. Эйден, слышишь? И не в закусочную. Не обижайся, Фрэнк, но у меня сейчас нет времени. Мэтт обещал помочь найти сестру, но я передал телебашню тебе, и теперь мне пиздец. Успокойся. Приходи в Рыбий глаз, поговорим. Есть одна идея. Я хочу помочь, Эйден. Ладно, скоро буду.